Если взять любой треугольник и взять величины, обратные к его высотам, то это будет то же самое, что единица, деленная на радиус вписанной окружности. И то же самое, что единица, деленная на радиус вне вписанных, если сложить. Это длина высоты, которая опущена на сторону длины а. Там r с индексом а – это радиус вне вписанной окружности, которая касается стороны а и продолжения двух других сторон. Если убрать вот первую часть, это последняя, да. Мы знаем, что у нас, мы знаем, как вычислять площадь, мы можем прийти, r заменить на r, а заменить на r. Правильно, это и надо сделать. Должны вот это равенство множить на площадь. Если вы все умножили на s, согласитесь, от этого фактически ничего не изменилось, правда? Если равенство было верно, то оно и будет верно, и наоборот. Теперь s разделить на h. Подойдите, пожалуйста, вот с той стороны доски. Там написано формула. А разделить на 2. Это да. S. Значит, когда S делите на высоту, что вы получите? Мы получим A. Сейчас. Мы получим. Сейчас разделить на высоту, это значит умножить на. Мы получим A, деленное на 2. Правильно. Вот идите туда. И там, где было написано S разделить на высота. На h с индексом a, то есть цепь, да. Замечательно. Да, s разделить на r действительно p. Замечательно. А вот теперь смотрим сюда. Вот у вас формула, смотрите. S это r с индексом b умножить на p минус b. Значит, s разделить на s с индексом b. Это будет p минус b. Правильно. Вот и пишем p минус b. Ну, только здесь. Вот. Под этим надо писать p минус b. Нет. По минуса. По минуса, конечно. Песков. По минуса. Да. Плюс P минус C. Смотрите, во что превратилась наша формула. Мы теперь должны доказать, что A пополам плюс B пополам плюс C пополам это то же самое, что полупериметр. Это так или нет? Да. 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 А вот теперь надо доказать такую штуку, что когда p минус a, p минус b и p минус c складываешь, то получается то же самое, что p. А, это... смотрите, если это сложить, то получится 3p, а если сложить r, то получается периметр, то есть 2p. Да, вы абсолютно правы. Спасибо. Получается совершенно верно. 3p минус a минус b минус c. А А плюс Б плюс С это как раз 2П. Может, папа, тренинг полупереметр.